время Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу. Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась 6 лет. С 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех континентов – Европы, Азии, Африки, а также все 4 океанских театра – Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. В нее было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 миллиарда человек.